Заключительный бой нашего вечера на татами приглашаются Хажиев Олег, Зиялдинов Улубий. Мужчины весовой категории свыше 80 кг. И вновь супертяжелый вес. Бой достоин внимания ценителей единоборств. Хажиев Олег. И Зиялдинов Малорадж. Улубий. Простите, Улубий. Опытные люди, закаленные в боях. Поддержим наших спортсменов. Финальный прекрасный лоу-кик в исполнении Улубия. Но не менее хороший ответ со стороны Олега. Попытка Куби Гэри безуспешная. Выстроенный бой, выстроенный на грани, ювелирный. Это, безусловно, шахматная партия. Это бой двух интеллектуалов. Все выверено. Каждый ожидает ошибки партнера. И немедленно этим пользуется. Хорошая контратака. Хорошая комбинация. Прекрасный уход с эстетической точки зрения. Повторные лоу-кики от Улубия. Уважаемые гости, победа. Победа 10 секунд до конца боя осталось. Прекрасный бой. Но оценок мы не увидели. И, судя по всему, будет продолжение. Судя по всему, Олег немножко потяжелее Улубия, поэтому ему не стоило бы доводить бой до взвешивания. И нужна, крайне нужна оценка. Оценка качественного технического действия. Безусловно, качественная работа, но ребята настолько подготовлены, что практически не реагируют на силу ударов оппонента и тем самым продлевают время боя. Хорошая контратака на лоу-кик. Олег начинает работу корпусом, запутывает партнера в своих намерениях. Это хорошая тактика. Но Улубий совершенно невозмутим. И, судя по всему, Улубий совершенно целенаправленно ведет поединок к взвешиванию. Впечатление складывается такое.
Что скажет судьи? Мы слышим аплодисменты, которых удостоились наши бойцы. Сейчас отдать все в этом бою. Поддержим наших спортсменов. Ибо это и вы чемпионы этого турнира в супертяжелой весовой категории. А вот здесь надо бы порубиться, парни. Здесь надо бы порубиться. Тактическая игра вам оценок не приносит. Ну что ж, решающая двухминутка. Атака в печень. Разведывательная. Хорошая контратака, безуспешная. Попытка какая-то хорошая, также безуспешная. В этом отрезке времени по активности Олег ведет. Хотя все на грани. Все на грани. Нарушение правил со стороны Улубия. И это для него может оказаться печальным признаком. Что скажут, что какое решение вынесут судьи? Заработал в зале полпобеды.
несмотря на то, что Патрика тренирует трехминутку, темп боя только увеличился, но... Закончился финальный поединок нашего вечера. К сожалению, неоднозначная странная победа у Лубье. Очень странная. Победитель наших соревнований. Улуби становится чемпионом Кольского полуострова. Скажите, пожалуйста, мое второе место. В нашем городе.